Ощутить дух студенчества и стать на шаг ближе к своей будущей профессии. В Международном гуманитарном университете прошел День открытых дверей. Формат наглядного знакомства с факультетами и специальностями ранее был апробирован в университете и вызывает немалый интерес у учеников 9 и 11 классов. Возможность обучаться на бюджете, зарубежные стажировки, базы практики и гарантированное трудоустройство. О том, что еще привлекает абитуриентов в Международном гуманитарном университете, узнавали корреспонденты телеканала «Репортер». Рекордное количество абитуриентов посетило День открытых дверей в Международном гуманитарном университете. На встречу с руководством и преподавателями приехали абитуриенты и их родители не только из Одессы, но и со всего Одесского региона. Что неудивительно, ведь выбор будущей профессии – это непростое и ответственное дело. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать все образовательные программы и специальности, которых в университете немало, все факультеты подготовили выставки своих профессий. Кто-то порадовал гостей изысканными блюдами, а кто-то поразил новшествами материально-технической базы. Не случайно президент Международного гуманитарного университета, академик Кивалов Сергей Васильевич, выбрал такую символическую дату. Вы знаете, сегодня 12.02.2022 для проведения Дня открытых дверей. Ну, это уже условно День открытых дверей. На самом деле это презентация Международного гуманитарного университета. Это возможность для абитуриентов, которые уже, поверьте, определились с учебным заведением, в которое они будут поступать, сегодня ознакомиться реально со своими специальностями. И Международный гуманитарный университет идет по такому пути, что мы нашим студентам, я уже называю абитуриентов студентами, потому что они уже много раз были в нашем университете, они уже на подготовительных курсах для поступления в Международный гуманитарный университет, чтобы они познакомились со своим будущим. А их будущее – это работодатели. Репутацию вуза создают его студенты. Так, в прошлом году Международный гуманитарный университет вошел в топ-5 лучших вузов страны и впервые в истории получил бюджетные места. Министерство образования и науки Украины высоко оценило труд всего коллектива учреждения высшего образования, увеличив государственный заказ. Если в прошлом году бюджетных мест было 110, то в этом году их более 200. Сергей Васильевич Кивалов, президент нашего университета, сделал все для того, чтобы государство в лице Министерства образования и науки Украины выделило нам бюджетные места. В прошлом году мы больше всех среди всех частных университетов взяли бюджетных мест. Это было всего лишь каких-то скромных 24. В этом году Министерство образования и науки Украины подтвердило нам 254 бюджетных места на 2022 учебный год и с возможностью увеличения этого объема. Поприветствовать абитуриентов и их родителей пришел также директор Одесского регионального центра оценки качества образования. Он не только рассказал о правилах поступления в этом году, но и подчеркнул все нововведения. Анатолий Анисимов также напомнил всем присутствующим о сроках регистрации на внешне независимое оценивание. Мы делаем все для того, чтобы Международный гуманитарный университет стал центром, скажем так, подготовки для поступления в вузы не только города, но и другие вузы. Вот. И для того, чтобы мы могли иметь такую вот базу нашу для внедрения внешнезависимого оценивания не только в городе Одессе, но и во всей области. У нас здесь создаются и пункты тестирования, и для пробного тестирования, для основного тестирования. И предоставляется максимальное количество аудитории для того, чтобы мы могли сюда приглашать как можно больше детей. В структуру Международного гуманитарного университета входят 8 факультетов и профессиональный колледж. Для молодых людей, которые планируют стать успешным топ-менеджером, маркетологом, экономистом, юристом, юристом-международником или начать свой бизнес, прямая дорога на факультет права и экономики. А для того, чтобы абитуриенты определились с выбором будущей профессии, на базе факультета организовали специальные курсы для школьников. За ініціативи президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова на факультеті права, економіки та міжнародних відносин відкрито у цьому році 2 величезних європейських проекти. Це школа юного юриста та європейська школа лідерства та бізнесу. Ці школи набирають школярів 10-11 класів для того, щоб дати змогу майбутнім спеціалістам
самого раннього віку визначитися із своєю майбутньою професією. У школі викладають не тільки наші викладачі, а й фахівці своєї справи. Наприклад, у школі юного юриста викладають діючі судді, адвокати, прокурори. І лекції проходять не у звичному форматі, а у форматі ділових ігр, мудкорт, кейсів. В университете активно развивается и научная деятельность. На базе учреждения высшего образования проходят защиты кандидатских и докторских диссертаций. Наука у нас развивается очень динамично. Наши рейтинги растут научные. У нас появляются новые научные школы, к нам приходят новые доктора, новые профессора. У нас защищаются наши сотрудники. У нас активно работает аспирантура, в которой готовятся молодые научно-педагогические кадры. В прошлом году мы получили аккредитации по аспирантуре, в частности, вот программу по менеджменту. Вот это значит, что мы можем выпускать не только наших граждан, но и иностранных. Большие перспективы открывает перед молодежью новый факультет кибербезопасности, программной инженерии и компьютерных наук. В их числе возможность обучения на немецком и английском языках, академическая мобильность в европейских учебных заведениях, а также работа в ведущих не только украинских, но и зарубежных IT-компаниях. Для того, чтобы абитуриенты оценили материально-техническую базу, преподаватели создали выставку, где представили дроны, роботов и многое другое. Наши студенты очень востребованы. Вот сегодня вы можете увидеть, это малая только приехала работодателей, стейкхолдеров, которые заинтересованы в наших выпускниках и хотят увидеться с нашими абитуриентами. Я хочу сказать, что востребованность идет 100%, даже больше. И вот у нас на первом курсе, сейчас у нас здесь есть вот и айтишные компании, приехали даже с Киева, вот рядом находится эта компания, и наши одесские компании, которые уже хотят не просто после пятого курса или после четвертого курса бакалаврата взять к себе на работу. Развитие медицинского направления в Международном гуманитарном университете проходит на традиционно высоком уровне. Началось оно с подготовки фармацевтов и стоматологов, а спустя время руководство вуза открыло два полноценных факультета – стоматологии и фармации, а также медицины и общественного здоровья. Студенты имеют возможность получать такие специальности, как общая терапия, медсестринство, физиотерапия, эрготерапия. Как мне кажется, время сегодня такое, что очень важна, конечно, теоретическая подготовка, и мы ее даем нашим студентам, мы лекциям читаем, семинарские занятия проводим. Но основная наша фишка, наш основной базовый принцип – это проводить занятия по типу вот таких обучающих тренингов, когда студент все старается сделать сам, обучиться делать правильно с самого начала. Наша основная задача – научить молодых людей быть настоящими врачами с высокими этическими принципами, стремлением всегда помочь, но помочь грамотно. Как известно, теория без практики недееспособна. Поэтому на базе высшего учебного заведения открыли две современных стоматологических клиники, где у студентов проходят не только лекционные, но и практические занятия. Уже со второго курса они наблюдают в стоматологических кабинетах за работой опытных врачей-стоматологов. А начиная с пятого курса, сами оказывают пациентам стоматологическую помощь под контролем преподавателей. В этом году первый раз наши студенты стоматологического и фармацевтического факультета проходят практику в 80 стоматологических центрах и в больше 100 аптек и аптечных центрах. Очень многие на фармацевтической специальности проходят в сетевых аптеках, что очень важно. Это крупные организации, которые соответствуют всем мировым стандартам аптечного, как и выпуска лекарств, так и его реализации. Стоматологи, конечно же, практики начинаются со второго курса, что стоматологические, что фармацевтические. В этих условиях очень сложно нашим студентам, потому что требования, вы понимаете, в частные кабинеты пациенты требуют высококлассного специалиста, но, тем не менее, подготовка наших студентов позволяет им ассистировать врачам на уровне. Постоянное взаимодействие с работодателем – приоритет работы одного из самых молодых подразделений МГУ – факультета менеджмента гостинично-ресторанного дела и туризма. Студенты проходят эффективную производственную практику, а наиболее успешные молодые люди трудоустраиваются в крупнейших отельных и ресторанных сетях мира. К слову, факультет подготовил ко дню открытых дверей занимательную и насыщенную программу.
для наших майбутніх студентів ми підготували оновлену лабораторію з туризму, з ініціативи і завдяки саме президенту нашого університету Сергію Васильовичу Ківалова. Також ми підготували для наших студентів дуже цікаву програму для абітурієнтів, дуже цікаву програму. Це і різноманітні квести, майстер-класи, вікторини, всі будуть нагороджені цінними подарунками і надзвичайно цікавий майстер-клас із кулінарної майстерності. День открытых дверей – время конкретных вопросов от детей и родителей. И, что не менее важно, время четких и понятных ответов от преподавателей вуза. Благодаря живому диалогу в университете видят искреннюю заинтересованность абитуриентов. В свою очередь, будущие студенты и их близкие чувствуют себя более спокойно и уверенно, когда получают всю необходимую информацию. Как говорят современники, плюс один к определенности в будущем. Отрадно еще то, что все три направления образования, которые дает факультет мастерства и дизайна, это, собственно, дизайн, кино, телевидение и направление, эстрадное направление в музыкальном искусстве и звукорежиссура, имели сегодня очень активный спрос. Молодые люди приходили со своими родителями. Родители очень серьезно настроены и задавали целый ряд вопросов, связанные с учебным процессом, а где студенты будут жить, а как у них проходят занятия, а в каких условиях они находятся, где корпус творческий и так далее. То есть это все говорит о чем? О том, что намерения серьезные, и эти дети действительно уже сегодня думают о том, что они готовы вступить в нашу большую творческую семью. Несомненное преимущество вуза в том, что есть возможность получить двойной диплом. На факультете лингвистики и перевода существуют международные программы, которые предусматривают обучение в двух странах. Таким образом, после четвертого курса молодые лингвисты получают два диплома. Уже шестой год подряд у нас есть учебный обмен для студентов старших курсов. Студенты 1, 2, 3 курс обучаются в университете, и 4 курс, последний, учатся в Китае. Таким образом, они получают диплом как украинский, так и иностранный, то есть китайского педагогического вуза. Это международный университет в городе Шанхай. В этом году на факультете лингвистики и перевода мы делаем набор по таким образовательным программам, как журналистика и психология. Это две очень популярные специальности, которые пользуются популярностью как на рынке труда, так и среди абитуриентов. Выпускники 9 классов – желанные гости на дне открытых дверей. Им рассказали о всех преимуществах раннего профессионального образования. Выпускники колледжа сразу становятся студентами 3-го курса Международного гуманитарного университета. Переваги вступу до фахового та медичного фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету для випускників 9 класів – це вступ без зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники 9 класів, які вступають до фахового та медичного фахового коледжу на такі спеціальності, як право, економіка, дизайн, комп'ютерна інженерія, готельно-ресторанна справа, філологія, початкова освіта, а також фармація та психологія і спеціальність творчі є у нас дизайн та музичне мистецтво в фаховому коледжі, вони вступають та навчаються 3 роки навчання та 4 роки для спеціальності дизайн та комп'ютерна інженерія. Вони після навчання коледжу одразу вступають на 3-й курс Міжнародного гуманітарного університету без складання вступних іспитів. В итоге абитуриенты остались довольны мероприятием. Каждый узнал то, что планировал. Многие убедились в том, что точно хотят стать студентами Международного гуманитарного университета. Ну, во-первых, благодаря реформе образования во многих школах теперь нет 10-11 класса. И то же самое произошло в нашей школе. Мы, в принципе, планировали еще 10-11 учиться. Но так как нам предоставилась такая возможность, мы не воспользуемся. И поэтому решили, что колледж – это вот как раз самое лучшее решение. Что мы выбираем? Ну, экономику, наверное. Ну, потому что я хорошо разбираюсь в географии, мне это интересно. Ну и плюс надо следить за обстановкой. Я хочу посмотреть на филологию. Как мне есть очень интересная профессия, так как я учу английский, наверное, с класса 2-го, и очень сильно мне нравится изучать языки. В МГУ колледже изучают больше, чем в других колледжах. Мне больше интересно то, что тут больше практики и больше развития именно филологии. Я планирую поступать в МГУ.
Для тех, кто не смог приехать на встречу офлайн, была организована онлайн-трансляция. Так более 1000 молодых людей узнавали все интересующие их детали поступления и обучения, не выходя из дома. Следующая встреча с абитуриентами университета пройдет уже совсем скоро. Международный гуманитарный университет открыт для всех, кто хочет получить качественное образование и востребованную профессию.